Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал 20 крутых автотоваров с сайта AliExpress, среди которых есть также товары из моих прошлых выпусков, которые вы могли пропустить. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Лазерный противотуманный свет, который стремительно набирает свою популярность. Устройство крепится на корме автомобиля и подключается к противотуманным фарам. Во время применения испускает плоский луч красного света, который пробивается даже через очень густой туман и создает на асфальте световую черту, благодаря чему идущие следом машины обязательно заметят световой ограничитель и будут соблюдать безопасную дистанцию. В темноте такой эффект смотрится очень необычно и эффектно. Ручной рефрактометр, криоскоп автомобильного антифриза, является прибором для быстрой проверки плотности антифриза и температуры замерзания любых теплоносителей и стеклоомывающих жидкостей. Он также позволяет определить плотность электролита в аккумуляторах. Для этого достаточно одной капли антифриза или электролита. Может использоваться в условиях малой освещенности. Считывание показаний прибора производится по четкой разделительной линии – светлое, темное. Устройство может тестировать как холодный, так и горячий антифриз. Портативный автосканер для работы с основными системами авто, имеющих диагностический разъем OBD2. Помимо сканирования основных систем и расшифровки кодов неисправности, сканер позволяет выполнять специализированные операции, такие как сбор сервис-интервалов и замены масла, просмотр стоп-кадра с различных датчиков, считывание данных в режиме реального времени и другое. Интерфейс и меню сканера на русском и других языках. Такой прибор всегда найдет себе применение в любой автомастерской. Цифровой динамометрический ключ предназначен для контроля крутящего момента затяжки, имеет световую и звуковую сигнализацию. Цифровой дисплей дает возможность отслеживать изменения момента в реальном времени, что позволяет избежать перетяжки ответственных резьбовых соединений, а кнопка управления позволяет настроить диапазон крутящего момента от 10 до 200 нанометров. С такой насадкой на ключ вы больше никогда не сорвете резьбу. Надоела постоянная пыль в салоне и грязь на внутренней стороне дверей? Тогда воспользуйтесь уплотнительной резинкой для дверей. Крепится она с помощью двухстороннего скотча и подойдет для любого автомобиля. Наличие уплотнительной резинки также уберет скрипящие звуки, исходящие от дверей, а в холодное время сохранит тепло в салоне. На страничке заказа можно выбрать резинки с разными контурами молдинга. Декоративная эмблема в виде загадочного пришельца выделит ваш автомобиль в потоке других машин. Это НЛО можно прикрепить на двухсторонний скотч на капот, радиаторную решетку или на багажник автомобиля. В любом месте будет гармонично смотреться. Эмблема очень качественная и выполнена в нескольких цветовых решениях. Особенно привлекательно смотрится в хромированном покрытии. Стоит она чуть больше 100 рублей. А это базовый набор для мойки автомобиля. Поможет навести чистоту. Включает в себя 9 предметов. Складное ведро из прочного материала, мягкая впитывающая рукавица из фибры, которая хорошо впитывает влагу и полирует автомобиль до блеска. Также есть салфетки из синтетической замши, которая не оставляет разводов. Пористая губка для мойки кузова шампунем, полотенце, швабра для мойки крыши, кисть для мойки колесных арок, набор влажных салфеток и швабра для удаления пыли с кузова. Пригодится для тех, кто ездит по грунтовым дорогам. Ручной кран-лебедка – это портативный ручной подъемно-тяговый механизм, который можно применить при обслуживании автомобиля и других подъемных работах. Благодаря компактным размерам идеально подходит для использования в ограниченных и узких пространствах. Ручной кран-лебедка очень прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Способен перемещать груз весом до 1100 кг. Солнцезащитные шторки защитят пассажиров от яркого солнечного света во время поездки в автомобиле. В комплект входят две шторки из плотной ткани, которая с одной стороны черная, а с другой серебристая. Шторки подходят ко всем автомобилям, так как крепятся к стеклу с помощью присосок. В сложенном виде хранятся в специальном мешочке, который с легкостью помещается в бардачке.
Подсветка для подстаканника хорошо дополнит общий дизайн автомобиля. Она влагозащищенная и может светиться разными цветами. Для этого нужно просто переключить кнопку. Работает подсветка от аккумулятора, который заряжается от солнечного света или через USB кабель. Если включить кнопку питания на подсветке, то активируется специальный датчик, который реагирует на вибрацию. То есть, если двигатель работает, свет горит, а если двигатель заглушен, подсветка автоматически гаснет. Эквалайзеры на стекло – это оригинальный способ придать автомобилю индивидуальную красоту. Представляет собой тонкую панель со светодиодными элементами и имеет клейкую поверхность. Материал пластины прозрачный, а свет такой яркий, что его видно даже через тонированное стекло. Подключается к прикуривателю и имеет звуковой датчик, который преобразует звук в световой импульс. У продавца на Али эквалайзер представлен в 16 разных вариантах. Такие яркие пульсирующие рисунки точно не останутся незамеченными и будут притягивать взгляды других автомобилистов. А еще привлечь завистливые взгляды к вашему автомобилю способны покрышки с яркими надписями. Такие надписи наносятся с помощью специального маркера для шин. Маркер содержит качественные яркие чернила, которые не растекаются и быстро сохнут. При выборе маркера стоит обратить внимание на пишущий наконечник. Он не должен быть слишком толстым, иначе будет проблематично рисовать аккуратные надписи. По отзывам покупателей можно сделать вывод, что одного маркера хватает, чтобы раскрасить целых 4 колеса. В лобовое стекло любого автомобиля рано или поздно прилетит тот самый камешек, который оставит скол или трещину на стекле. Не расстраивайтесь, это легко устраняется с помощью такого ремкомплекта для лобового стекла. В комплекте идет присоска, шприц, ультрафиолетовая лампа и полимерное стекло. С помощью этого набора можно восстановить поврежденное стекло и остановить распространение трещины. В инструкции говорится, что ремонт нужно проводить как можно раньше, для того чтобы минимизировать попадание воздуха и грязи в трещины. А это еще один полезный набор, который служит для удаления царапин на автомобиле без покраски кузова. В комплект входит две абразивные пасты и специальные салфетки, с помощью которых полируется поврежденный участок лака. После обработки царапины исчезают, и автомобиль возвращается в первоначальный вид. А как вам такой универсальный центральный подлокотник? На него удобно облокачиваться, благодаря чему руки не устают от долгого вождения. Также подлокотник можно регулировать по высоте и вылету. Есть два отсека для лишних вещей – подстаканник и USB-хаб. Благодаря универсальному адаптеру, который предназначен под разную ширину тоннеля, подлокотник можно установить на любой автомобиль. Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей состоит из 4 предметов. Такой инструмент позволит аккуратно снять различные заклепки и пластиковые элементы обшивки салона, не повредив их при демонтаже. Этот набор должен быть в бардачке у каждого автомобилиста. Он станет незаменимым помощником при установке новой аудиотехники или при замене лампочек в приборной панели. Декоративная цветная лента – это оригинальный простой способ украсить салон автомобиля. Шнур имеет такое сечение, которое позволяет одевать его в нужное место без клея. Декоративной лентой можно украсить приборную панель или другие элементы салона. Можно разнообразить отделку, применяя разные цвета. Все зависит только от вашей фантазии и вкуса. В связи с увеличением в автомобиле различных электроприборов и гаджетов, аккумулятор становится уязвим во время простоя и может запросто разрядиться в самый неподходящий момент. И поэтому целесообразно установить на панель под лобовое стекло автомобильную солнечную батарею, которая крепится на присосках. Она через прикуриватель будет заряжать аккумулятор, давая дополнительное питание автомобильной сети. Такая батарея очень пригодится, если вы находитесь вдали от цивилизации. Еще любителям загородных поездок рекомендую возить с собой джамп-стартер. Это пускозарядное устройство, не занимает много места и может пригодиться водителям в критических ситуациях. Устройство обладает большой емкостью и способно завести автомобиль даже без аккумулятора – до 30-50 раз. Также в пауэрбанк встроен компас, фонарь с различными режимами свечения, 4 USB-разъема и набор переходников для подключения различных устройств.
А это универсальные чехлы из полиэстера от магазина «Корона Мех». На сайте представлен огромный выбор моделей и расцветок. Подходят для большинства автомобилей, как отечественных, так и иномарок. На сиденьях чехлы сидят как родные, не комкаются и не морщатся. Используя чехлы для сидений, вы надолго сохраните внешний вид салона, что благоприятно скажется в будущем при продаже автомобиля. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!